Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы еще раз встречаемся в эфире. В эфире, который, в общем, мы подготовили с сетью магазинов «Арт-квартал» в связи с тем, что, к сожалению, сейчас нет очных мастер-классов. Татьяна, здравствуйте, очень рада. Мы познакомились с Татьяной именно на очном мастер-классе. Но вот сейчас я вижу... Сейчас Татьяна подключилась, и еще у нас гости. Тема сегодняшнего эфира – полимерная глина и акриловые краски. Что можно сделать и какие варианты совместного использования этих двух материалов могут быть для того, чтобы делать какие-либо украшения из полимерной глины или что-либо декорировать. Но здесь уже, собственно говоря, на ваше усмотрение. Я сегодня хотела вам показать свои работы, образцы. Именно что я делала, применяя акриловые краски. И немного расскажу о тех техниках, которые могут быть именно в использовании акриловых красок с полимерной глиной. У нас еще в арт-квартале, когда... были разрешены очные мастер-классы, проходили обучающие встречи, наши мастер-классы как раз. И на многих из них мы применяли акрил, например, для того, чтобы изучить, как сделать тонировку под джинсу. На мастер-классе в магазине «Арт-квартал» я показывала более сложный способ изготовления джинса из полимерной глины, потому что у меня был специальный замес именно разных сортов полимерной глины. А в одном из прямых эфиров, тоже, которые были организованы совместно с магазином «Арт-квартал», я показала, каким образом можно по более простому варианту сделать имитацию джинса из полимерной глины. Вот посмотрите, например, вот такая роза, она как раз с имитацией ткани, причем разные джинсы. И здесь тонировка под джинсу и шла как раз акриловыми красками разными. То есть здесь разные оттенки самой полимерной глины и разные оттенки акриловой краски. Тонировка в этом случае делается после того, как вы уже запекли свое изделие, и затем уже аккуратно кистью, сухой почти кистью, наносите тонировку. И еще на мастер-классе в прямом эфире мы как раз все вместе сделали вот такую вот брошь. Здесь тоже полимерная глина и акриловая краска, то есть имитация джинсы и шелкография. Сегодня мы тоже поговорим о шелкографии. Я расскажу о тех трафаретах, которые у меня есть. Может быть, заинтересует вас эта тема. И расскажу об особенностях трафаретов для шелкографии, импортных, и тех, которые начали выпускать в компании «Твоя личная печать». Тонировка используется еще для, например, имитации каких-либо материалов, природных в том числе. Например, смотрите, вот эта вот брошь, она сделана с тонировкой акриловой краской под кость. То есть здесь сначала полимерная глина прожималась текстурой, текстура тоже «Твоя личная печать», запекалась. И затем я ее слегка шкурила для того, чтобы были небольшие такие вот, ну, как бы шероховатости на кости. То есть она как будто была не отполированная. И затем уже делала тонировку. Обратная сторона тоже броши, она тонирована. Мастер-класс в свободном доступе есть и у меня. Если хотите, то пишите, я вышлю вам ссылку, вы сможете этот мастер-класс посмотреть. И еще этот мастер-класс опубликован на канале YouTube самого магазина «Арт-квартал».
Вы тоже можете зайти, найти этот мастер-класс и посмотреть, каким образом делается тонировка акрилом уже запеченного изделия. Мастер-класс по имитации джинсы. Ну, еще раз повторюсь, у нас был в прямом эфире, который не был сохранен, и были очные мастер-классы. Меня попросили сделать видео-мастер-класс по имитации джинса. Скорее всего, в ближайшее время я его сделаю. Причем в видео-мастер-классе я расскажу как о простом способе изготовления из полимерной глины изделий с имитацией джинса, так и о более сложном, который мы разбирали на очных мастер-классах. Что еще можно сделать именно с изделием, которое уже запечено? То есть вот посмотрите, здесь тоже идет тонировка акриловыми красками, причем эта акриловая краска здесь, посмотрите, она имитирует золотая и серебряная, и эффект создается, как будто все это сделано из металла. Здесь тоже я акриловой краской покрывала изделие уже после запекания. И потом уже фиксировала краску лаком. Я использую лак Фима, либо матовый, либо глянцевый. Никакого другого лака у меня нет, и, собственно, я не расстраиваюсь из-за этого. Совершенно спокойно работаю с этим лаком. Никаких нареканий он у меня не вызывал абсолютно. Это что касается тонировки. Какую еще интересную вещь мы делали на мастер-классах в магазине «Арт-квартал»? У нас был очень интересный смешанный мастер-класс. Были и дети, и взрослые. Причем заранее я делала анонс о том, что, ребята, мы будем на мастер-классе рисовать вот таких любимцев на маленьких значках. И некоторые из участников мастер-класса очень захотели запечатлеть своих домашних членов семьи на вот таких значках. Что мы делали? Мы переносили аккуратно на полимерную глину сначала эскиз, причем в профиль. Мы животное брали в профиль для того, чтобы было более интересно. Переносили на сырую полимерную глину эскиз с головы животного и затем акриловыми красками очень тонкой кистью. Сейчас покажу, какой я пользовалась. Я пользовалась вот такой вот очень тонкой кистью. Акрилом рисовали уже по сырой полимерной глине портреты животных. Причем нужно учесть в этом случае следующие нюансы. Акрил не смешивать с водой. По своей консистенции акрил должен быть чуть гуще в этом случае. Именно вот когда вы рисуете по полимерной глине. Акрил должен быть чуть гуще, чем магазинная сметана. Например, для шелкографии я рекомендую брать акрил по консистенции, похожей именно на магазинную сметану. То есть, когда вот, ну, непонятно, какая она, но вот и не жидкая, и не густая. В этом случае через трафарет шпателем очень хорошо проталкивается краска, и получается хороший рисунок через трафарет при шелкографии. А здесь следить нужно обязательно за тем, чтобы краска послойно подсыхала, и не пользоваться в этом случае водой, потому что когда вода попадает на поверхность сырой полимерной глины, то взаимодействие с водой у полимерной глины идет, и она начинает размазываться очень серьезно. Касательно какая фирма акрила, я сейчас все расскажу и расскажу о тут вопрос еще был, трафарет с девушками. Тоже мы к этому вопросу вернемся. Подождите, сейчас я стараюсь
за всеми вопросами следить, и я постараюсь на них на все ответить. Если вдруг именно в течение прямого эфира я вдруг какой-то вопрос пропущу, то вы мне обязательно напомните, и я просто в комментариях тогда оставлю ответ. Это что касается именно рисунка акрилом на полимерной глине. Нарисовали портрет животного аккуратно. Честно вам скажу, было крайне сложно, очень сложно это все сделать на мастер-классе. Но все участники справились. Больше всего я была удивлена, насколько шикарно справились с этой работой дети. То есть я сама, как ребенок, прыгала до потолка, была крайне рада, что... Нина, здравствуйте. Что такие результаты. И, может быть, я даже сделаю какой-то такой обобщающий пост, где покажу результаты мастер-классов для того, чтобы вам было тоже интересно посмотреть, а что же мы делали. Ну, это вот рисунок полимерной глины. Полимерная глина с акрилом, сырым акрилом, нормально запекается в печке, ничего с ней не случается. Рисунок, как видите, хорошо сохранился. Сверху единственное, что после запекания я покрыла лаком. Лаком, опять-таки, лак Фима. Никаких других лаков я не использую. Ну, не знаю, может быть, я очень консервативная и надо пробовать какие-то новые материалы. Но меня, как по первому образованию инженера-механика, больше, наверное, интересует процесс, алгоритм и инструменты. Использование каких-то еще дополнительных химических именно соединений, не знаю, пока что-то меня как-то не торкнуло. Ну, может быть, я и попробую какие-то другие лаки, потому что вижу, что люди разными пользуются. Сейчас я вам рассказала именно о тонировке и о рисовании на полимерной глине. Повторюсь, что по тонировке мастер-класс по изготовлению вот этой броши, он бесплатный. Спрашивайте либо у меня, либо заходите на канал YouTube магазина Арт-Квартал. Там этот мастер-класс висит. Вы его можете просматривать, там можете ставить свои комментарии, там лайки. Ну, собственно, естественно, я буду очень рада, если вы отметите, там, что вам он понравился. Если не хотите идти на канал YouTube, ну, напишите мне, кто еще не видел этого мастер-класса, я вам ссылку пришлю, посмотрите. Тонировка под джинсу. Да, вот, пожалуйста. Сразу хочу напомнить, что есть мастер-класс по изготовлению вот такой вот объемной формы броши в виде розы. У меня в ленте на моей странице вы можете посмотреть варианты этой броши, то есть их было несколько. Но вот такую форму я сочинила, они немного в разных там интерпретациях и, собственно, объем разный. Но мастер-класс есть, этот мастер-класс платный. Если вы захотите его купить, то, пожалуйста, тоже обращайтесь, недорого. Следующее, о чем я хотела вам рассказать, каким образом используется акриловая краска для того, чтобы работать именно, ну, делать что-то из полимерной глины. Вот смотрите, у меня есть деревянная заготовка. Я эту деревянную заготовку буду использовать в дальнейшем. Не расскажу сейчас для чего, пусть это будет небольшим секретом. И эта заготовка будет облицована полимерной глиной. Так вот, дерево лучше всего грунтовать акрилом перед тем, как вы захотите наложить и запечь вместе с основой полимерную глину. Почему? Потому что у дерева свойство менять свой объем, либо расширяться, либо наоборот уменьшаться в размере. А для того, чтобы не было никаких вот таких неприятных сюрпризов, а тем более, чтобы потом, например, после запекания
поверхность полимерной глины, которая нанесена на дерево, не дай бог, лопнула или что-то там еще произошло, лучше всего деревянную заготовку сначала акрилом прогрунтовать и дать ей высохнуть. А затем уже ее облицовывать полимерной глиной и в дальнейшем запекать. Что еще можно делать с акрилом и полимерной глиной? Есть вот такие вот, например, это как пример, штампы одиночные. Их можно использовать тоже в качестве штампа, но с краской и на полимерную глину. Что для этого лучше всего сделать? Нужно взять небольшой валик. Нужно взять, ну, например, стекло. И на стекле... Сейчас я вам покажу. Вот, например, у меня есть акриловая краска фирмы «Ладога». Ну, это Санкт-Петербург. И сейчас я вам заодно и расскажу по поводу именно акриловых красок, которые я использую. Вот серебристая, например, акриловая краска фирмы «Ладога». Я ее сейчас просто на стекло положила. Раскатала аккуратно валиком. Ну, собственно, валик должен слегка промокнуть. Ну, все мы жили в Советском Союзе, ну, многие из нас. Может, кто помоложе этого и не знает, но, может быть, видели, как родители что-то красят. Ну, и, собственно говоря, точно так же раскатываем валиком краску, наносим ее на поверхность штампа аккуратно, ровно. То есть вот смотрите, я раскатала, валик у меня промок. Я взяла штамп, аккуратно его промазала. Сейчас возьму, у меня есть заготовленные специально пласты полимерной глины. И, в общем, осторожно руками я его придавила. Смотрите, пожалуйста, отпечаток есть. В связи с тем, что я сейчас в прямом эфире и слегка спешу, ну вот извините за то, что здесь есть небольшой огрех. Нажала чуть сильнее, чем нужно, на штамп. А так можно было поаккуратнее, конечно, сделать. И сейчас вот этот вот оттиск именно одиночного штампа, покрытого тонким слоем акриловой краски, он подсохнет. И потом, собственно, вы можете точно так же в изделии использовать какие-то вот элементы, вот так отштампованные краской, как печать, спокойно. Этот штамп у меня из магазина «Леонардо». Я покупала его давно. И, собственно, такие штампы, ну, не только вот перо, у меня были еще и другие. И у меня, кстати, в расхомячке сейчас они тоже есть. Я использовала для декорирования задников в своих работах. То есть делала объемный оттиск, немного тонировала, ну, опять-таки, либо... Добрый день! Либо акриловой краской, либо могла тонировать какими-то пастами металлическими. И достаточно эффектно все это смотрелось. Не забудьте, акриловая краска сохнет очень быстро. Поэтому я сейчас сразу лучше замочу и валик, и штамп в воде. У меня здесь специально есть посуда для того, чтобы... Акриловую краску моментально можно было замочить. Штампы мы с вами рассмотрели. Теперь двигаемся дальше. По времени у нас еще 40 минут. Хорошо, мы идем в нормальном ритме. Что можно еще делать? Тоже... На очных мастер-классах в магазине «Арт-квартал» с детьми и со взрослыми мы очень интересные вещи творили, когда
учились раскрашивать оттиски рисунков на полимерной глине. А сейчас вот как раз я коснусь темы использования акриловых красок. Какие акриловые краски я использую в работе? Ну, начнем с таких очень именитых, импортных и именно для полимерной глины. Есть у меня два тюбика, которые я, честно вам скажу, берегу. Не знаю почему, может быть, берегу из-за того, что они дорогие. Скорее всего, из-за этого. То есть какой-то вот комплекс отношения к... Давайте я вот поэкономлю то, что дорогое. Вот он все-таки, наверное, еще есть. Два тюбика. Один золотой, с золотым акрилом, другой с акрилом серебряным. Фирмы Sculpey. Эти два тюбика продавались в наборе с трафаретами Sculpey, такие розовые трафареты, я вам чуть позже их покажу, когда буду делать сравнительный анализ шелкотрафаретов, трафаретов для шелкографии. Мне они очень нравятся. Очень хорошая акриловая краска, замечательно ложится. Ну, в общем-то, специально разрабатывали именно для работы с полимерной глиной. И тюбик сам по себе, он тоже достаточно удобный. То есть здесь идет... Ну, что-то не получается открыть двумя руками. Держу. Вот, посмотрите, здесь вот такой вот кончик тоненький. И краска идет дозированно. Еще какие краски у меня всегда под рукой, например, акриловые. То есть вот они у меня тоже отдельно лежат. Здесь... Ладога. Ну, да, кстати, здесь в основном у меня только Ладога. Это Санкт-Петербургский завод по производству красок. Золотая, серебряная, белая и сажа. Золото я беру нескольких оттенков, чтобы можно было им еще и играть. То есть вот этими золотыми оттенками. Но это вот то, что у меня под рукой всегда. Фирма Ладога вполне неплохо работает тоже с полимерной глиной. Я никаких плохих слов в их адрес не хочу сказать. Продаются эти краски в магазине «Арт-квартал» совершенно свободно. Вы можете их купить как отдельно в тюбиках, так и наборами. Например, вот есть такой набор. Вот, посмотрите. Тоже фирма... А, это «Санет». Ну, это тоже Санкт-Петербург. Вот. Посмотрите здесь. Это разноцветные краски. Вот сейчас с этими разноцветными красками я вам покажу, что мы делали тоже на мастер-классе. Есть у меня тоже были куплены для мастер-классов вот такие недорогие акриловые краски. Я их покупала в Леонардо. Тоже вполне нормально мы ими рисовали. Кстати, вот этими красками я приносила еще вот такую коробку. Это вообще коробка моего сына. То есть это самые старые акриловые краски, которые у нас есть в доме. Но я ими до сих пор тоже пользуюсь. И мы рисовали значки как раз животных. Так, сейчас я хочу вам быстро показать сам принцип. Каким образом можно еще акриловыми красками пользоваться по сырой полимерной глине? Сейчас выдавлю чуть-чуть красной краски. Так, немножко насорила, чтобы не вляпаться. Сейчас уберу. Так, и вот смотрите. Я заранее, тоже для того, чтобы не тратить время сейчас во время прямого эфира, сделала вот такой оттиск. Не знаю, видно вам сейчас или нет. Да, вот так видно. То есть здесь раскатанный пласт полимерной глины Fimo Professional. Я не особо пользуюсь какими-то другими марками глины, то есть чаще всего я работаю именно с Fimo Professional. То есть вот здесь оттиск роз есть.
И вот, пожалуйста, та текстура, которой я сейчас пользовалась. Татьяна, камеру я сейчас переверну, потому что, да, время пришло к тому, чтобы уже заняться в прямом эфире именно раскрашиванием. И дальше я буду показывать, что делать с трафаретами. Давайте я сейчас переключусь. Ну, надеюсь, что хорошо все видно. Я, к сожалению, наблюдаю сейчас за картинкой через планшет, и у меня все это слегка в замедленном действии все еще происходит. Так, и я сейчас разберусь, где идет отсвет. Ну, нормально, я думаю, все хорошо. И смотрите, вот консистенция полимерной глины. Вот она такая, ой, полимерной глины, прошу прощения, консистенция акриловой краски. Вот она именно как обычная сметана, которую продают в магазине, а не те сметан, не те, не та сметана, которую бабушки могли там продавать на рынке. И я сейчас осторожно акриловую краску тонким слоем сначала на палитре вот такой импровизированной из стекла ее размяла кисточкой. И смотрите, сейчас я почти лежа кистью прокрашиваю вот так лепестки роз. Причем в этом случае, но это надо делать аккуратно. В этом случае следите за тем, чтобы у вас кисточка не мазала продавленные границы. Мне немного неудобно, я потому что на отдалении сижу, и мне не очень хорошо видно, как ложится краска на поверхность, но надеюсь, что неплохо. Кисточка почти сухая. Никакой воды. И вот так осторожно, больше того. Смотрите, я сейчас взяла только красный акрил для того, чтобы вам просто принцип показать, как розу можно вот так закрасить. Лепестки, например, там можно зеленоватыми с желтым оттенить. А здесь роза тоже, она может быть не вся именно красного цвета. Вы можете взять акрил других оттенков и чуть-чуть, например, сверху добавить другой цвет для того, чтобы оживить цветок, для того, чтобы он у вас выглядел более натурально. Ну, принцип, я думаю, понятен. То есть вот я сейчас попробую чуть-чуть поближе поднести. Надеюсь, что видно хорошо и все в фокусе. Да, вот у меня с задержкой тоже на экране, я вижу. Ну, чуть-чуть не прокрашенные вот здесь места. Но я говорю, это надо просто сесть и аккуратно сделать. Я сейчас показываю именно принципы, именно те техники, которые можно использовать. В связи с тем, что у нас прямой эфир, он всего 1 час, а я запланировала по большей части использовать время именно на трафареты, поэтому сейчас эту розу я оставляю вот в таком виде, в каком она есть, и после прямого эфира заготовку эту я другими цветами еще раскрашу для того, чтобы потом вам показать уже фотографии результата. Но пока ничего делать с ней не буду. Так, каким дальше будем способом мы с вами себя увлекать?
Мы сейчас переходим к достаточно интересной части нашего прямого эфира. То, что я обещала рассказать о тех трафаретах, которые у меня есть, и об их использовании. Я сейчас вам покажу, что вообще у меня есть. Расскажу, в общем-то, о своих рекомендациях, какие трафареты куда лучше использовать. И мы с вами еще сравним трафареты для шелкографии. Так, вот смотрите. В магазинах продаются вот такие трафареты. Они нарезаны на пластике. Ну, достаточно просто. То есть рисунок на обычной пластине, он продавлен. То есть никакой сетки здесь нет. Просто вот... вырезан рисунок обычного стандартного трафарета. Но это пластик, это не бумага. Вот тоже, видите, вот они разные. Они недорогие, и эти трафареты можно использовать как для работы с акриловыми красками, так и для, например, работы с сухой пастелью. Сразу хочу анонсировать, через некоторое время в прямом эфире, на площадке Артфеста, магазина Артквартал, буду вам рассказывать о том, как использовать с полимерной глиной именно пастель. Ну и другие тонировки. Я там, наверное, не только о пастели буду рассказывать, но и именно о тонировках сухих разных, какие можно добавлять в полимерную глину. Сейчас мы с вами попробуем, для того, чтобы тоже очень долго вот на этих именно трафаретах не останавливаться, я вам покажу, что можно сделать, используя вот такой трафарет. Тоже возьму вот эту вот нашу красную акриловую краску, которая была. Посмотрите, в магазинах в разных продаются вот такие вот спонжи. Они, вот эти, по-моему, я купила вообще по какой-то смешной цене в фикс-прайсе, что ли. По-моему, да, в фикс-прайсе. Можно взять спонж. То есть, смотрите, я буду показывать, опять-таки, я показываю принципы, я показываю именно саму технику. Накладываю трафарет и прижимаю его. Ну, сначала пальцами, можно и скалкой чуть-чуть прикатать, чтобы он точно хорошо встал. Затем спонжем вот таким образом растушевываю краску. Спонж промок. Еще могу так сделать. И аккуратно наношу. Единственное, я, наверное, неправильно сделала. Мне нужно сюда белую краску, потому что красная не будет видна на черной. Тоже решил сэкономить слегка. Но сейчас я добавлю белую краску в красную, для того, чтобы получить более светлый оттенок. Может, так даже интереснее будет розовое. И вот смотрите, вот такими вот перпендикулярными движениями, тыкающими, я через трафарет акриловой краской затонировала те места, которые были дырявыми. Вот такой эффект получается. Ну, если он еще, видите, даже чем интересен? Тем, что вот этот трафарет, он же намного толще, чем трафарет для шелкографии. И он слегка продавливает поверхность полимерной глины. И у нас вот эти затонированные части, они чуть-чуть меньше, там, я не знаю, наверное, четверть миллиметра, они выходят на поверхность. И, в общем, даже симпатично смотрится. Это вот использование трафаретов вот такого плана.
Еще раз повторюсь, они недорогие, продаются в магазинах, то есть вы можете пользоваться для того, чтобы таким вот образом работать с акриловой краской, либо с их хорошо вот эти вот использовать для пастели, для сухой. Так, чуть-чуть навели порядок, руки тоже. Переходим к самому интересному этапу нашего сегодняшнего прямого эфира. Я обещала вам рассказать о том, какие у меня есть трафареты для шелкографии и показать, как я их использовала. Как правильно называются вот эти трафареты? Вы имеете в виду вот эти? Если эти трафареты, то просто они и называются трафареты. Больше никак. Вот, смотрите. Трафарет универсальный. Вот. То есть никакого специального названия у таких трафаретов нет. Это классический трафарет, просто используется пластиковый, вырезаются дырочки. Почему называются трафареты для шелкографии, сейчас тоже объясню. Поехали дальше. Касательно шелкографии. Вот смотрите, есть у меня вот такое замечательное колье. Сейчас я его выровняю, чтобы вам было понятнее. Вот оно. Я его назвала Шри-Ланка. Не знаю почему. Очень мне как-то вот именно внешний вид этого колье напомнил Шри-Ланку. Может быть, еще из-за того, что одна моя приятельница как раз в это время съездила отдохнуть на этот замечательный остров и опубликовала шикарнейшие фотографии, которые в своей цветовой гамме и по стилю очень сильно напоминали вот это вот колье. Почему я сейчас вам его показываю? Потому что здесь очень интересное сочетание техник. Во-первых, здесь у нас с вами, вот если, ну я думаю, что вам видно, но я сейчас еще подниму все-таки повыше. Основа сделана в технике макумы-ганы. Но потом на макумы-ганы я сверху через разные трафареты разными цветокрасками наносила рисунок как раз через вот эти вот листы для шелкографии. Кстати, похвастаюсь, вот у меня здесь очень интересные задники у этих подвесок. Здесь я делала имитацию старого дерева. И, в общем-то, смотрится это колье, как будто из деревянных плашек сделано. Просто вот они такие оттонированные. Переходим с вами именно к разделу, который посвящен шелкографии. Первые трафареты, которые у меня появились для шелкографии, это трафареты от Скалпи. Я их перекладываю бумагой для того, чтобы сохранить в целости. Вот эти трафареты, я не знаю, сейчас они еще продаются или нет. Некоторые искали их, не могли нигде найти. Они, может быть, даже появились, не знаю точно, может быть, кто-то меня поправит, появились, может быть, на рынке чуть ли не одними из самых первых, именно для полимерщиц. И можно было их использовать в технике шелкографии. Трафареты хорошие. Ничего не могу плохого о них сказать. Они достаточно на тонкой сетке сделаны, поэтому нужно быть крайне осторожными в их использовании, потому что вот эта вот сетка, которая внутри есть, она очень-очень тоненькая. И когда, например, шпателем проводят по поверхности глины, и, например, шпатель соскальзывает с края, то есть вероятность того, что вы просто порвете эту сетку.
Почему шелкография? Почему такие трафареты именно для шелкографии? Все дело в том, что, ну, во-первых, эти трафареты используются для того, чтобы наносить рисунок краской на, хотите там, поверхность полимерной глины, хотите, это я сейчас просто говорю о шелкографии, именно о шелкографии. Либо через, ну, таким способом наносятся рисунки на ткань, на какие-то другие там пластиковые поверхности. Я сейчас говорю исключительно о технике и использовании трафаретов, сделанных на основе сетки. Продавливание краски сквозь сетчатый трафарет. Ни каких-либо других красящих веществ. То есть, если, например, ну, на мой взгляд, вы будете использовать шелкотрафареты с той же самой сухой пастелью, вам либо надо сухую пастель очень сильно измельчить, чтобы она была крайне мелкодисперсной, для того, чтобы тоже не повредить эту сетку. Если вы будете использовать какие-то красящие средства на основе достаточно агрессивных сред замешанных, вы можете просто-напросто свой трафарет повредить, ну и он у вас уйдет в мусорку. Еще очень важное замечание. После использования трафаретов для шелкографии в обязательном порядке моментально кладите их в воду, потому что краска, тонким слоем нанесенная, она очень быстро засыхает, и вы просто-напросто забьете сетчатую поверхность трафаретов краской, так что потом ее отмыть будет невозможно. Я была свидетелем, и мне крайне было жаль, как на мастер-классе у Тани Майоровой ее личные трафареты таким образом испортили, хотя она просила девчонок обязательно замачивать и мыть трафареты, но в конце концов какую-то часть достаточно дорогих трафаретов для шелкографии ей просто загубили. Увы. Вот эти трафареты я получила от американского производителя. Это было года, наверное, 3 назад. Они по сравнению с трафаретами Sculpey более толстые. Но у них тоже качество неплохое. Есть трафареты Moyka, Moyka Silk Screen. Все их знают, они тоже очень неплохие. И у них тоже сетка, она более толстая, чем у Sculpey. То есть больше похожа вот на эту. Я сейчас хочу вам показать, как можно работать с трафаретом для шелкографии фирмы «Твоя личная печать». У меня сейчас 3 трафарета. Вот такие. Я специально заказывала разные. И вот сейчас в прямом эфире мы с вами их и попробуем. Специально кладу на бумагу для того, чтобы было видно рисунок. Чем мне нравится, вот по ощущениям, трафареты «Твоя личная печать»? И почему я сначала вам показала трафареты, те, которые у меня были раньше. Смотрите, сетка, которую использует «Твоя личная печать», она очень тонкая, она очень деликатная. И в этом случае у вас рисунок, посмотрите, вот он какой тонкий, он будет крайне тонко переноситься на поверхность полимерной глины. То есть вот эти вот трафареты, к ним тоже нужно очень бережно относиться, замачивать, естественно, и ни в коем случае не гнуть, потому что здесь именно вот эта вот сетка, она очень тонкая по своим свойствам. Будьте очень-очень осторожны, если вы собираетесь их купить. Чем еще эти трафареты мне, например, понравились? Их можно использовать на обе стороны. Потому что если у вас есть трафареты, вот которые я показывала раньше, и вы сравнивали стороны, то здесь есть лицо и изнанка. Потому что с изнанки вот здесь шероховатый рисунок,
именно шероховатым рисунком вот такие трафареты мы накладываем на полимерную глину для того, чтобы шпатель скользил потом беспрепятственно. У трафаретов твоя личная печать, можно их класть и одной, и второй стороной. Ну вот, во всяком случае, сейчас по ощущениям я могу это сказать, потому что здесь никаких абсолютно не чувствуется переходов, которые могли бы задержать движение шпателя. Давайте сейчас попробуем сделать один оттиск, один штамп. Ну вот, я беру карпа. Первый раз в прямом эфире. Аккуратно прикладываю его к раскатанной полимерной глине. Чуть-чуть сейчас вот так. Немножко край у меня завалился у самой полимерной глины, к сожалению. Надо было, наверное, взять кусок чуть побольше. Я не сильно вжимаю трафарет, слегка. И давайте я, наверное, возьму золотую вот эту вот краску для того, чтобы сейчас мы с вами могли сделать краска немножко отстоялась, поэтому мне нужно будет тогда... Давайте я белую возьму. Отстоялась, потому что здесь потек. Надо мне ее было замешать сначала. Давайте белым сделаем. Посмотрим, как будет. Небольшое количество акриловой краски я наношу на шпатель. Вот так. Но этого будет пока достаточно. Потом посмотрим. Могу даже чуть-чуть распределить немного по поверхности. Вот так, по краю. Не по поверхности, а по краю. Вот распределила. И теперь смотрите. Движения должны быть перпендикулярными. То есть я сначала в одном направлении шпателем прохожу аккуратно. Потом в другом. По поводу угла наклона шпателя к поверхности полимерной глины. Я примерно под 45 градусов делаю это все именно на полимерной глине. В том случае, если вы будете читать какие-либо материалы по шелкографии в интернете, а вы можете столкнуться с тем, что там будут говорить, а нужно под 75 градусов шпатель держать. В этом случае я вас попрошу обратить внимание на то, что все эти описания касаются в первую очередь шелкографии на ткани. А вот для полимерной глины, наверное, все-таки, ну вот, по моему какому-то опыту, вот мне нравится под 45 градусов шпатель держать. Смотрите, краска почти уже засохла. Я быстрее окунаю этот трафарет в воду, для того, чтобы вы его не испортите. Тем более, что мне эта рыба очень-очень нравится. И вот результат. На мой взгляд, результат шикарнейший. Просто шикарнейший. Я сейчас рыбу покажу вам поближе. Так, уберу вот это вот все уже в сторону. Вымазалась немножко. Ну, сейчас. Так, вот он. Замечательнейший краб. Ой, карп. Что я из него сделаю, куда я его потом использую, пока не знаю. Но качество рисунка просто шикарное. Посмотрите, насколько аккуратно, насколько тонко все линии прорисовались.
как замечательно он выглядит. Просто, ну я не знаю, супер-пупер. Хотел сделать заготовок, потому что, ну, в китайском стиле что-то такое изначально задумывал. Думаю, на красном фоне золотая рыба. Очень даже было бы неплохо. Что я еще хотела бы вам сказать именно о... Ну, в продолжении как раз об этой рыбе. Вот посмотрите. В твоя личная печать я специально заказала текстуру этого карпа и заказала трафарет для шелкографии. Через некоторое время, может быть, вы уже видели у меня анонс, я сделаю мастер-класс, но сделаю его платным. Это будет не бесплатный мастер-класс, уж извините. Тоже как-то нужно оправдывать свой труд. И именно с использованием вот этих вот двух способов работы, двух техник создания украшений из полимерной глины. Может быть, это будет какой-то элемент декора. Я посмотрю. Может быть, там смесь декора и украшения. Но, в общем, мы с вами сегодня уже разобрали достаточное количество интересных вариантов работы с полимерной глиной и использованием акрила. Я запись постараюсь сохранить и надеюсь, что все будет хорошо. В свою очередь, хотела вам сказать, что если вы захотите купить акрил, то можете совершенно спокойно сделать это в магазинах «Арт-квартал». Тем более, что сейчас там до 30 июля какие-то замечательные скидки, и можно заказывать разные акрилы и работать с ним. Если захотите трафареты, твоя личная печать, либо текстуры, то обращайтесь в твоя личная печать, там все менеджеры очень адекватные, быстро реагирующие. Мне они очень нравятся. И вообще сотрудничество с этими двумя компаниями, Арт-квартал и твоя печать, мне не только на пользу, но и воодушевляют к новым каким-то интересным идеям. Спасибо вам, что вы откликаетесь. Спасибо, что приходите на прямые эфиры. Я еще хотела вас позвать в небольшой свой проект. Он у меня называется «12 месяцев». И сейчас уже готовы броши май и июнь. На подходе июль и август. Что от вас требуется? Написать мне, какой месяц года вам нравится больше всего и с каким цветом ассоциируется. Я соберу мнение и, в общем, все пожелания и отклики учту в реализации работ. Приходите, я думаю, будет интересно. Спасибо всем большое за внимание. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, напишите. И да, пожалуйста, Нин, спасибо. Спасибо, спасибо. Не стесняйтесь, я достаточно быстро на вопросы отвечаю. Наиболее активный аккаунт у меня именно в Инстаграме, хотя в Фейсбуке тоже есть страница. Можете на нее зайти, не ошибетесь. У меня фотографии везде одинаковые стоят, если это не личный аккаунт. Извините, в личный аккаунт не всех друзей принимаю, но потому что есть как бы личное, есть публичное. Поэтому, ну, распределение такое у меня тоже есть. Есть какие-то друзья, есть коллеги. Еще раз всем огромное спасибо за то, что были в прямом эфире. Запись прямого эфира я сейчас сохраню. И всего хорошего, удачи вам! Творите, выдумывайте. Если какие-то пожелания будут по прямым эфирам, по темам прямых эфиров или по мастер-классам, пишите, я с удовольствием отвечу, либо специально соберу мнение и подготовлю прямые эфиры с тематические, либо мастер-классы.
Всего хорошего. До свидания. Удачи, успехов всем.